«Век на сцене». Чувашский драматический театр завершил юбилейный сезон. На его закрытии побывала наша съемочная группа. Закрывают сезон, как и положено, на сцене. Спектакль «Константин Иванов» поставили 2 года назад в честь 125-летия чувашского классика, автора поэмы «Нарспи». Константина Иванова – заслуженный артист Чувашии Валерий Карпов. Его работу отметили высокой наградой в республиканском конкурсе «Узорчатый занавес». Он получил приз за лучшую мужскую роль. Лучшей признали и работу режиссера Валерия Яковлева. Константин Иванов стал спектаклем года. Постановка рассказывает о жизни и творчестве Константина Иванова. Основное действие происходит в селе Слакбаш и в Симбирске. В последнем чувашский поэт учился в школе у Ивана Яковлева. В спектакле рассказывается и о том, как зарождалась знаменитая поэма «Нарспи». В ее основу легла история любви самого поэта к девушке по имени Проски. Ее выдали замуж за богача, который не раз поднимал на нее руку. Возлюбленную спасает сам поэт, но их вскоре разлучают. Сердце трогает в некоторых местах, даже слезы выступают. Мне очень и спектакль нравится. Я благодарна руководству Чувашского драмтеатра, артистам. Чувашский драматический театр я уже посещаю более 40 лет. Более 40 лет, как начала жить Чувашия. И всегда с удовольствием, с большим удовольствием хожу, смотрю. Репертуар театра постоянно обновляется. В середине сезона вот уж выпустили 2 премьеры буквально 2 дня тому назад. Впереди еще предстоит до отпуска еще 1 премьера. И, конечно, мы готовим для зрителей осенью еще новые премьеры. Новые интересные работы для зрителей. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Валерий Резюков. Республика.